Ну, равная игра. Локомотив хороший соперник, да. Играют плотно, агрессивно. То есть пропустили один гол, считаю, это хороший результат, да, выиграли игру. Двигаемся дальше. Ну, ты защитник с точки зрения защиты. Как оценишь игру команды? Потому что новые связи, новые наработки. Ну, если мы пропустили меньше, чем соперник, да, значит, мы сыграли хорошо. К тому же один гол, да. То есть с таким соперником, я думаю, это понятно, есть над чем работать, да. Но время у нас еще есть до сезона, поэтому какие-то пробелы есть, будем их закрывать. Так, в принципе, молодцы все. А как вообще физические кондиции, как играется? Ну, сейчас немножко не все в оптимальном состоянии, да, понимают, что сезонная подготовка, не только мы, да, все команды, я думаю, поэтому все в равных условиях, тут уже больше проверка тактических наработок, кто-то быстрее, кто-то медленнее, да, но сейчас командное взаимодействие идет.